Я мультяшная овечка. Если ты не поставишь лайк за 3 секунды, то я достану косу и разозлюсь. Я тебя просто не знаю, я сожру. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик Бро, смотри, где я нахожусь. Это просто золотая жила Майнкрафта. Помнишь, я получил где-то 10 стаков алмазов за то, что уничтожил кого там? Что за монстр был? Большая сирена? Да, вот именно. Получается, теперь я вот здесь нахожусь именно из-за этого случая. Потому что мне выплатили 10 стаков, и за эти 10 стаков можно приобрести путевку вот сюда. Здесь можно нафармить гораздо больше всяких ресурсов, кроме как алмаза, можно еще нафармить, что? Золото, уголь, редстоун. Что еще ты тут видишь? Алмазы. X-рейвские, так сказать. То есть ты их видишь спокойно здесь. Ну, это, конечно, не X-рей, но... видишь, здесь частички чанков. Это чанки стоят просто. Их очень много здесь. Просто кайфец, как бы. Можно спокойно здесь добывать любые ресурсы. Что я сейчас собираюсь делать? Приключения меня ждут явно хорошие, крутые. Ну, а может, это даже не приключения. Не знаю, на самом деле, просто копаешь, типа, и все. Но, блин, насколько же приятно здесь понимать, что ты... копаешь алмазы, и тебе не надо даже напрягаться, что-то копать шахту. Ты просто ходишь как бы по этому миру и получаешь свои заслуженные алмазики. Это прям лучшая путевка. Если даже ты здесь меньше каким-то образом нафармишь, то типа это не так уж и плохо. Потому что ты хотя бы отдохнешь здесь. Посмотри, сколько реально здесь можно всего добыть. Просто вот ходишь вокруг чанков и все, и кайфуешь. Я просто, ну это для меня чисто рай. Это как, знаешь, X-Ray уничтожит все блоки, кроме алмазов. И у тебя вот эти вот рудники алмазные только стоят. И ты ходишь, забираешь все, что тебе нужно. А вообще можно все почистить, кроме всех руд. И это еще кайфовее, конечно же. Приветики, приветики. Кто здесь у нас? Оп, все. Ставим вот так вот антилаву, то есть блоки. И забираем вот эти вот наши алмазики. У нас уже 5 штук. Спокойно побегал тупо и уже вот заработал. Я могу, вроде я еще читал то, что здесь находятся какие-то драконы, которые летают. Ну знаешь, вот как раз около таких вот всяких мини-гор летают драконы. О, смотри, тут даже шахты есть. Офигеть, заброшенные шахты прямо внутри этих чанков. Это дракон? Так, слушай, ну я его могу завалить. Попробовать или нет? Давай попробуем. Оп. Оп. О, завалил. Но он был легким, на самом деле, мобом. Я думаю, будет сложнее. Смотри, с него даже что-то выпало. Это огненные заряды. Ой, я еще дракона слышу. Он здесь не один, получается. Кротики ползают. Деревня, надо туда сходить, конечно же. Сейчас ходим. Классно, что драконы так быстро убиваются. Мне не приходится прям особо даже напрягаться. Это реально рай. Здесь никто тебе отпор даже дать не может. Просто драконы погибают и все. Оп, и уже эндер-жемчуги. Еще куда можно сходить? Я еще дракона слышу, но не вижу его. Ладно, пошли в деревню, может там что-то крутое найдем. Привет, медвежата. Ой, смотри, какой медведь русский. И кабанчик, о, свежий кабанчик. Оп, отстреляем эти патрончики. Жители, не пугайтесь, это я, Найсик Бро, я добренький на самом деле. Вау, а это что такое? Long Horse? Офигеть. Ты добрая? Ну да, я так понимаю, она добрая. Видишь, она меня даже не атакует. А, нет, все-таки атакует, уходим. Черт. Уф, ну его нафиг. Так, смотри, если здесь Лунгхорска, возможно, здесь что-то страшное. Хотя она вроде добрая, и она защищает эту деревню, вполне возможно. Только вот сейчас она меня убьет, и капец. Хотя не, она уже отстала, я так понимаю. Так, здесь кто-нибудь есть? О, смотри, какого-то странника нашел. Он что-то там сказал про дракона мне. Воу-воу-воу. Эй, отстань, ты что пристала? Лунгхорс, отстань от меня, она меня сейчас убьет. Слушай, я вообще недоволен таким, такой лошадкой, так что я ее лучше завалю. Вообще, я первый начал, но ничего не поделаешь. О, зато еще лут пофармил. Еще 3 огненных стержня. Подожди, да так, там же очень дорого он все это скупает. Возможно, я сейчас разбогатею просто на этих дракончиках уже. И видишь, все-таки здесь какие-то плюсы есть.
Я добыл очень много, можно сказать, железа. Там я видел стаки целые. Я что-то не обратил внимания, потому что лонгхорс пристал. А так, смотри. Значит, у нас уже куча золота. Хотя у меня его дома и так полно. Алмазов уже 5 стаков точно есть. Представляешь? То есть это еще нифига не делая почти. Мы просто завалили парочку драконов. И вот мы уже, можно сказать, в окупе. Просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 стаков, короче, у нас. И еще вот здесь, возможно, да? Во! Ну, мы просто в окупе, реально. Тут столько всего. Железный нагрудник, стальная башка. Ну, типа, все. Я иду еще вот туда вот надо зайти. Там что-то было. Дракон какой-то шуршал своими крыльями. Где-то тут это было. О, это кто такие? Роблокс? Прикольно. О, вон он. Получай. На, расстреливаем. Так, еще надо. Ой, я даже могу контролировать отдачу без прицела. Нифига, че он такой хпшный? Он уже пожестче будет. Ну-ка, бебру. Не, не понюхал он беброчки пока что. Ну ничего, мы ему устроим нюхание бебры. Сейчас, еще чуть-чуть, наверное, осталось стрелять. Так, тихо, отстаньте. Оп. Я уже подумал, на меня слон напал. Нифига, он издалека бьет. Ну все, типа, завалил. Еще ресы. А, да, все, у меня еще плюс 9 стаков. Все-таки я не зря сюда пришел. Здесь акуп полный, реально. Это алмазная цитадель, можно сказать. И вот эти вот парни из Roblox мне очень нравятся. Такие ржачные. Это жители, получается, вот такие вот. Ну, свои жители везде разные, да. Здесь вот такие вот, получается, они. И здесь какая-то шахта у них. Они сюда забрались и что-то копают. Также, вау, это проход Херабрина, что ли? What the fuck? А, это их мини-деревня, они здесь прячутся. У них блоки это дома, деревья вот такие вот маленькие. И также есть свой король. Он добрый? Да, он говорит, hello, nice bro, ладно. Понял, он добренький. И здесь еще алмазики, я их раскопаю, надеюсь, ничего не будет. О, овечка. И чё? О, еще алмазы. Not bad. Подожди. Нифига себе! Это крафт? Офигеть, конечно. А почему именно здесь? Странно как-то. Это что, их секрет? Они таят здесь крафт овечки. Ой! Тихо, ты чё? Это робот-дракон! Он похож на челика. Офигеть, конечно. Ну, вообще офигельно подать. Вот, короче, смотри. Это, получается, овечка вот так вот крафтится. Нам надо срочно где-то косу. Да, кстати, эта овечка в Гаррис моде вышла. Это монстр Тревора Хендерсона, мультяшная овечка. Вот, и она ходит с косой, если разозлилась. А так просто ходят, типа, и все, ничего не делают. Ну, такая овечка чисто. Ну, мультяшная. Выбралась из мультяшного мира, как и все остальные монстры. Как мультяшный пес, мультяшный кот, мультяшный лев, мультяшная... кто еще там есть мультяшный, я уже подзабыл чуть-чуть. Мультяшная мышь. И все, ладно, на этом, наверное, я закончу свой список. Ну и еще мяско надо такое вот подгорелое, чтобы получилась овечка. Ладно, пойдем крафтить, и мне сейчас надо возвращаться себе домой. Наверное, все вот это вот раздобыть. Там как раз овечки есть, а то здесь я овечек что-то вообще не вижу. И также мяско, ну да, все это мы раздобудем. Ну чисто едем, в соседнее село. Мы к пастуху едем, если что, он там ходит где-то впереди этой дороги. Здесь совсем чуть-чуть надо проехать. Блин, мне так нравится вообще на тачке ехать. Вот бы в зомби-апокалипсисе вот так вот на машинке. Тупо проезжать мимо кучи зомбаков, которые на тебя как-то пытаются напасть. Крутяк, да? Так, все, приехали почти. Уже здесь вот. И дедуля, привет! Вот он, пастух, как бы. Ходит здесь, овечек пасет. Здравствуй! Короче, мне надо шерсть. Можно ли у тебя изъять немножечко шерсть овечек, не? Да, конечно, можно. Только можешь ли ты, когда снимешь шерсть с овцы, украсить ее? Ну, чисто, чтобы я был радой. Окей, давай сделаем это. Короче, я состригу где-то 6 овечек, то ли сколько мне понадобится. Так, 1, 2, 3, 4, оп. Так, это уже сколько? А, почти готов крафт. Еще 2 можно там, да? Сколько я уже состриг? 1, 2, 3, 4. Ну, давай 5, 6. И пофиг. Оп. Готово.
10 шерсти мне будет достаточно. Спасибо, дедуль, за ножницы. На, держи, сейчас я украшу этих няшных овечек. Ну что ж, дедуль, готовься оценивать. Ту-ту-ту-ту. Это Day 17, монстр Тревора Хендерсона в роли овцы. Ой, в виде овцы. А это чикен, вообще курочка большая. Только вот можно сравнить, кстати, с монстром Тревора Хендерсона. Курица-призрак, чикен-гост. У меня, кстати, есть видосы, они на канале. Если что, хочешь, глянь. Так, смотри, а это Слендер. Это просто довольная овечка, счастливая, жизнь радуется. Это житель. А это Анонимус. Напиши в комментариях вообще, какой ты из этих овечек. По-моему, ну я вот сейчас вот такая вот овечка, кстати. Просто веселюсь, типа, мне это нравится. Ой, дедуль, забери. Ну вот, а теперь я покрасил, я поехал, давай, пока, дедуль. Ой, какие прекрасные овцы, спасибо тебе, Дайсик, удачи. Тебе тоже, дедуль, с разведением овец, а я поехал. Мне надо сейчас возвращаться обратно в ту территорию, где я кучу алмазов добывал. Просто надо быстрее уже крафтить. Ой, стоп, а мне же еще косу где-то надо взять. Черт, а может у кого-то спереть тупо? Может где-то есть в каком-то рандомном доме? Так, 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 кто это у нас тут такое? Смотри сюда. Готовит, значит, он как раз готовит то, что мне нужно. Слушай, есть идейка, так пробежим. О, тихо, тихо, тихо. Главное, чтобы он не спалил, иначе мне кранты. Так, 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 тихо, не оборачивайся. Ой, тихо, чуть не заметил. Ладно, все, мы прошли. Теперь можно спокойно забирать, что у него тут есть вообще. Надо осмотреться, может, у него здесь коса какая-нибудь. О, каменная коса, как раз. Офигеть. Все идеально прям. Слушай, тогда кусочки мяса еще надо спереть. Только вот надо посмотреть, чтобы он не запалил. О, придумал. Оп. Да, он смотрит сейчас вот как раз не в ту сторону, куда надо. Так, забираем и сваливаем быстрее, быстрее. А, кто украл мои кусочки? Я же их готовил. Или они слетели? Ничего не понял. Все, бежим отсюда нафиг быстрее. Теперь у нас все есть для крафта, можно ехать. Слава богу, я это место не потерял, значит, можно спокойно продолжать крафты. Привет, Роблокс, и я пришел создать вам тут хаос. Создать эту овечку. Но она довольно-таки милая, на самом деле. Так, сюда надо, да, крафтить прям. Окей. Прям вот тут в серединку закладываешь. Оп. Оп. Оп, оп, оп. О! Все! Получилось! Ну что, пойдем пробовать? Поставим прям тут. И чё? Мультяшная овечка, привет! Это просто милая овечка. Ничего примечательного, ходит и ходит. Она даже не это, не на четырех ногах, а как человек стоит. Странно, да? Эй! Ну не, она добрая, давай попробуем ее ударить тогда. О, опасайтесь, кто может, овечка стала злой, она мучит бедных жителей. Ой. Слушай, она не такая уж и сильная, да, заметь? Ой, тихо, 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 тихо. Все, она меня долбит, нет, помогите. Ой, она сюда проходит, черт, она меня сейчас убьет. Стоп, 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 так. Закрываем ее здесь, хорошо. Вон она ходит, это просто маньяк какой-то там. Она там убивает дальше? Спасайся, житель, ты куда? Ой, ой, привет. Все, уходим. Ну его нафиг, она просто рубает всех бедных жителей. Бедных Роблокс жителей. И теперь проходит туда. Ай! Снова меня бьет. За что? Все, я ухожу. Ну нафиг. Быстрее, все, я заперся. Пока, я пошел. Так, делаем вид, что мы ушли. Все, не реагирует на меня? Да, она снова мочит других. Давай посмотрим на это. Ой-ой-ой, прям при мне убила. Нет! Все, 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 успокойся. Мне надо обратно в деревню жителей. Эй, стоп, 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 стоп. Все, прекращай, прекращай меня бить. Мне надо еще жить, мне надо жить, мне надо жить, понимаешь, мне надо жить. Все, это... Ладно, все, придется тебя уничтожать. Но все-таки мы ее увидели. Она такая, знаешь, блин, интересно, она какие-то звуки издает, что-то я пока не услышал. О, все, слышу звук, овечки. Слышу, слышу, все, давай не валить. Ой, нет, 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 тихо, бежим, бежим, бежим. Так, тихо, она сейчас зайдет сюда, возможно. Офигеть, скример. Нет, она главного жителя убивает. Нет, она убила главного жителя. Черт, бежим. Ну, нафиг. Не, не нафиг. Все-таки как-то надо убивать эту овечку. Она будет всех убивать здесь, и это нам совсем не нужно, понимаешь? Нам это вообще не нужно. Эй, ну все, 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 не убивай меня, пожалуйста. Ну ладно, надо, надо сражаться как-то с ней. Мне надо защищаться, тоже я ее понимаю. Так, тихо, воду, воду, это имбатикс. Ой, смотри. Ой, я придумал. Сейчас, 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 тихо, тихо. Она, кстати, отталкивается вроде сильно, но в любом случае я не могу прям защититься от этого. Не так уж она и сильно, кстати, отталкивается. Можно было и сильнее, то есть... А, интересно, а если я сейчас взорвать ее попытаюсь? Так, вот я несу динамитик и попробуем сейчас бабахнуть. Оп, оп,
Быстрее. Давай. Что будет? Она даже, вроде она даже не дернулась. Ей вообще пофиг, что ее взрывают. Неужели у нее какая-то суперзащита? Ладно, а откуда у тебя есть защита? Мне кажется, что нет. Так что все, можно ее просто завалить, и вот она мертва. Ну а теперь я могу даже превратиться в эту овечку. Привет, я овечка, нифига себе, у меня здоровье. У меня нету этой штуки. Ну ладно, можно и так походить. Смотри, я овечка. Я прям всегда так махаю этой киркой. И это как бы норма. Ну ладно, надеюсь, тебе понравился этот видос. Ты поставишь на него лайкусик. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Пиши, кому еще скрафтить. И, конечно же, не теряй!